Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими 5 самыми любимыми кофейнями в Дубае. Почему 5? Потому что красивое число, на самом деле у меня больше любимых кофейнь, но в этом списке я собрала самые топовые. Итак, начнем с самой моей любимой, в ту, которую я отправляю всегда, когда у меня есть минутка и я голодная. И это кафе Хилл. Прикреплю здесь фотографии. Это мое самое любимое место в Дубае. Во-первых, потому что там очень приятная атмосфера. Там сейчас в летнее время есть места на улице, есть места внутри, их очень много, и там очень доброжелательный коллектив. Что немаловажно, там делают вкусный кофе, действительно вкусный кофе, и используют альтернативное молоко. Также там большая кухня, то есть обширное меню, очень вкусно готовят. Также, так как я не ем мясо, и иногда, когда я заказываю какую-то пасту, они могут предоставить мне какие-то дополнительные услуги, то есть приготовить отдельно что-то, или что-то добавить, что-то убавить, то есть они всегда идут навстречу, поэтому я очень ценю это место и всегда в него возвращаюсь. Что немаловажно, это еще и локация, там всего 5 минут от прекраснейшего пляжа, поэтому когда у меня есть, когда я там, после кафе, после трапезы, всегда отправляюсь на пляж. Так что рекомендую, отрываю от сердца, кафе Хилл. Также мое самое любимое место, где я люблю только исключительно кофе, это кафе Origins. Прикреплю здесь фотографии. Там готовят просто восхитительный кофе, разный, американо, черный, там очень много зерен. Также они работают с альтернативным молоком. Еды там очень мало, там может быть какие-то десерты, меню совершенно нет. Они специализируются только на кофе. Если вы любитель, если вы эстет, если вы ценитель, поэтому обязательно загляните туда, там они приготовят по всем вашим запросам. Обязательно все запросы озвучите, и я обещаю вам, что вы останетесь довольны. Также на третьем месте одно из моих любимых мест – это Вилла 515. Там я больше всего ценю, скорее всего, атмосферу. Кофе там делают, ну, раз на раз не приходится, иногда очень вкусно, иногда не очень, иногда я прошу переделать на обычный, да, американо или фильтр кофе, но там цепляет атмосфера. Там очень приятно, особенно в зимний период, правда, там очень много людей, но там приятно сидеть на улице, под деревцем, и это получается как бы часть виллы, и ты как будто сидишь на вилле, но, ну, в общем, это непередаваемо, это не просто как ты пришел в кафе, в какое-то что-то заказал, а там как будто бы ты пришел в гости. То есть это, правда, невероятно, там очень красиво, и там есть еще магазин парфюма рядом, то есть там всякая селективка продается, там тоже можно потратить на это время и попробовать себя еще и в парфюме. Следующее кафе – это Дипси кафе, если я неправильно произношу, я тут еще напишу название. Это также одно из моих любимых мест в Дубае. Туда мы чаще всего отправляемся, когда хотим что-то отпраздновать, или когда я завалю какой-нибудь экзамен, то мы туда отправляемся потрапезничать. Там вкусный кофе, очень вкусный кофе. Они также используют альтернативное молоко, у них обширное меню, и там есть одно коронное блюдо, которое мы всегда заказываем, я его тут подпишу. Могу точно не знать, как называется, гуакамоле с чипсами и еще такие штучки с грибами. Очень вкусно, рекомендую попробовать, там также вкусные десерты, отрывают сердце, это место. И крайнее кафе, с которым я хочу поделиться, это Орта кафе. Они соседи с Дипси кафе, то есть они там буквально в 2 минутах друг от друга, но у них немножечко разный подход кофе, кухня. То есть если в предыдущем варианте там был такой упор больше на еду, на кофе у них это как все включено, то Орта кафе, там именно большой акцент на кофе, и там из еды есть только десерты. Но десерты там невероятные, это просто...
Мы пробовали-то 7 десертов, и они все очень вкусные. Что, ну, понятно, обычный чизкейк, это просто чизкейк, но у них есть прям необычные пироги разные. Они постоянно что-то пробуют, у них там своя пекарня. Поэтому я очень рекомендую. Там, конечно, ценник повыше, но вы точно оцените. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Пишите комментарии, какие кафе понравились, может быть, другие места, или еще раскрыть побольше кофейн, которые стоит посетить в Дубае. Я буду рада любым комментариям. Может быть, вы хотите поделиться своими местами, куда мне стоит сходить. Я буду рада. Увидимся в комментариях. Всем пока!